В Америке мы проработали, наверное, лет 5. Мы работали в большой частной школе, достаточно известной, при которой был сумасшедший теннисный стадион. Наконец-то мы увидели стадионы, где одновременно находится 25-30 кортов, где в каждом дворе есть корты, где в каждом дворе есть бассейн, где в каждом квартале есть баскетбольные площадки. То есть любой житель имеет возможность за копейки или бесплатно поиграть в теннис, или побегать, или поплавать.